Всем привет, мои дорогие друзья! Мы, собственно, продолжаем играть в God of War. Продолжаем, да. В прошлой серии мы довольно-таки, блин, нехило лоханулись. Давайте сначала сходим на ту ловушку. Вот на... Еще один. Во-первых, вот... Мама говорила, это король великан. Это можно... Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Да, согласен, кстати. Так. Где у нас право, где лево там? Так, нет, это вот сюда можно сначала. Потому что там, потому что вот здесь будет попроще. Я бы посмотрел просто, как здесь эту, вот эту вот фигню проходить. Сейчас покажу, смотрите, да? Вот, значит... Так, подожди. Так, а где... А, вот, смотрите. Сейчас я вам попробую это. Подождите, подождите. Это неправильно. Вообще-то. Вот, смотрите, вот. Сейчас. Вот, вот так надо. И теперь надо бежать. Просто бежать. Давай, твою мать. Фу. Так, первый мы этот прошли. Тут у нас сундучок есть. Легендарный предмет, броня для рук. Ладно, пока не буду смотреть. А вот здесь, смотрите. Здесь нам нужно... Как бы сказать-то... Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь ну, во-первых, мы должны, наверное, все-таки у топора отсюда убрать. Так, подожди, где этот? Да, вот он. Здесь надо взорвать. Вот это тут есть такой момент, надо взорвать кое-что. Взорвать-то надо. Блин. Во-первых, это не тот лук. Вот. Вот. И теперь... теперь нам смотреть, что надо сделать. Эта штука доставит нас наверх. И вниз она, естественно, будет вставлять нас. Здесь надо проскочить. Каким-то вот макаром. Пошли быстрее! Быстрее, говорю! Получилось! Пора тебе действовать, брат. Есть. Так, читай. Оставьте их в покое. Послание от Тюра. Он имеет в виду великанов. Имеет в виду великанов? Но это явно не про нас. Так, во-первых, мы должны вот здесь вот это открыть.
шифра. Нужно найти еще несколько таких. Так, и теперь мы должны опрокинуть вот эту вот штуку. А вот на той, как бы, на той ловушке, там надо очень так хорошенько, блин, ой, не опрокинуть даже, а разъединить вот так, да, и опрокинуть эти. А на той ловушке надо очень хорошо там поразмыслить мозгами, что называется, потому что там, в общем, это... Так, стоп. Вот хрен вам. Какого черта вообще? Так, ты это, клинки. Да какие к черту кулаки? Вы что, с ума сошли? Или все-таки топором улучшил его? Врагу не позавидуешь. Фух. О, там. Так, путник герой. Ё-моё. Так, подождите, подождите. Нет, ну тут опять надо бежать. Только что-то мне кажется, я не как-то не про... Да нет, всё правильно. Кулаками тоже умею драться, и щитом. Осторожно! Плохо так. Бери жизнь, быстро! Там жизнь была. Подожди пока.
А где, куда идем-то? Вообще-то нам надо идти уже получается вот куда, вот подожди, просто тут пробежать что ли? Чё-то я вот не верю. Толку. Ну, вообще-то нам надо вернуться обратно, я так понимаю. Так, куда я вообще пришел-то? А, вот. Нам сюда вот надо. Так. Вы серьезно, что ли? Соединяются цепи. Ну, тут надо вот сюда вот идти уже. А вот здесь, честно говоря, опять... это другой. Разнообразие это очень важно. А вот здесь уже. Здесь уже. Карл, это все сложнее. Сейчас слегка дорого. Стой, куда ты? Так, сейчас соберемся. Блин. Вот уже было что-то. Можно было протиснуться, но я... Просто ненавижу это. Давай, давай, давай. Молодец, молодец. Первый этот этап прошли мы тут. А теперь нам надо... Подожди. Ребят, подождите секунду. Что ты делаешь-то? Надо этот, подождите.
какой-то секрет можно было взять, насколько я понимаю. Раз. И как его взять, подожди-ка. Можно? Так тут раз. Так я же правильно все сделал, что тебе не нравится? Можно было, конечно, ярость включить. Вот это что такое-то в итоге? Ты дурак! Сука! Что творишь-то? Вот! Мы уже так близко! Никогда не сомневался. Сука, да ну. Ты что творишь, а? Пока боги не подобрели. Добрые боги. Наверное, он имеет в виду никогда... Никогда, но кто знает. Долго ждать придется. Нет, это они просто нас ждут. Пофиг на эти секреты все, потому что мне уже нафиг они не нужны здесь. Поэтому просто будем идти вперед. И нафиг я эту ярость отдел. Так, стоп.
битва. Блин, стой, ты что делаешь-то? Бери быстро! Так. Подожди секунду. Свирепый кто-то. Какой-то опор мне нужен, эти клинки нужны. Так, я так понимаю, нам надо возвращаться. Не облажаться. Давай не будем говорить «перевернем храм». Это начинает казаться нормальным. А вот вопрос мне, как вот это вот открыть херню? Я понятия не имею. Может быть... Вот это... Так и стоит. Ну-ка. Да, ну да. Что тут? О-о-о! Я так и думал. Захват Гипериона. Сильная руничная атака. Хорошо. Так, я очень надеюсь, что не помешает вот эта вот хрень. Нет, не помешает, ура. Так. Что делать? Я так понимаю, мне надо сюда наверх.
знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Только вот как вы собрались храм переворачивать, я понятия не имею. Ну-ка. Используй ноги, брат. Он знает. Хочу помочь. Да. Потрясающе. В тот день, когда понадобится грубая сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Отсюда можно забраться в зал путешествий между мирами. О, знаешь, он прав. Я тоже вижу. Нужно забраться туда, где ты переворачивал. Вот. Видишь, Мимир? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра. Поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. Учебы не проходят, да, как говорится. Ха, храм так и задуман, вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы? Я уже не уверен. Сын, где нож? Рейва. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да, ну вот теперь-то я все понял. Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. Путь в Йотунхейм выполнен. Отлично. Исследуйте мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и прав. Интересно, как это мы будем исследовать мир между мирами? Мне вот интересно, самое интересное сейчас. Согласитесь помочь? О, друг мой, ну-ка давай-ка посмотрим, что это тут есть. Вот девушка в тишине. Чего? А тебе мел куда-то. Так, ну пока тут ничего нету. Хотя.
Око внешнего мира. Вернущий. А зачем мне возвращать все? А, это потерянные предметы. Тогда пока. Пока-пока. Так. Вот. Ну-ка. И куда она? Мир между мирами. Вот он. Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, да? Проклять! Эй, ты чё? Игра, не надо так делать. Нет. Спасите... Ой, отнесите камень единства к обрыву. Оо, ну вообще-то в этот обрыв нельзя прыгать. Стюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Интересно. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Это невероятно! Я думал, что тут мост! Как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово! Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть! Удивительно! Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да тюм! Там будет Йотунхейм? Не может быть! Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм! Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Угу. Точно. Башня Йотунхейма. Мы, короче, срезали путь и попали в Йотунхейм. Как говорится, немного по-читерски. Бедновато. Пьедестал. Что это? Так, что здесь есть? Только пьедестал, да? Мы должны установить его вот этот. О, камень. Нет! Она забрала камень! Ой-ой-ой. Башня поглощает энергию камня! Что-то происходит! Она движется! Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Ага. Нет, ошибся насчет худшего. Береги сзади!
выводу. И где же мы? О, похоже на Альфхейм. Умная мута! Соберись! Ой-ё! Следи за ними! Рычпик. А, как я его узнаю? Подожди! Так, зловещий кошмар какой-то еще один. О нет! Снова Хель! Ух ты, они идут! Властитель темных эльфов. Справа!
Иди, Монор какой-то, блин. Да, но где мы? Так, куда идти теперь? Мидгарде. А вот мост. Получилось. Башня снова на своем месте. Путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень единства должен быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. Так. Секундочку. Ой. Давайте-ка посмотрим, сколько у нас тут этих очков. Так, броня тут у нас какая-то, да? Не, ну это нам не нужно, в принципе, пока. О, оружие. Подожди. Так, а теперь давайте навыки посмотрим, что у нас тут можно еще, может быть, купить. Так. Давайте. Не надо так делать, игра, пожалуйста, тебя умоляю. Вот любите вы, ребята, пошуметь, да? Так, здесь не выйдет. Приходите, как еще чего надо и быть. Перемещись. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться.
Хорошо. Ничего не выйдет. Что? Нет путевого кристалла. Наверное, Тим фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знают? Брок и Синдри! У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите. Вообще-то Один просил меня... Молчать? Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Отказался. Простите. Я... Минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами – то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Да. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то нужно сделать, займитесь этим сейчас. Вот такой мудрый совет. Ну, за работу. Так, здесь пока ничего нету. Не, в другой раз. И снова кровь. Давай, давай, чё ты? Готов! Скилл.
больше нет? Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Пипец, блин. О, серьезно? Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Остаться. Такое я не пропущу. За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Так, что там, билетовка-то? Ну, братья, бывал я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в брюхе великана. А ты, отец? Меня много раз пытались. Наверное, кто-то должен нам ответить. Зверя. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Причудной. Что это там внизу? А, здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Ага, в основном. Вон там молот. Я что-то вижу. Вон там.
Нет, это слишком далеко. Надо ближе подтянуть. Ой, боже мой. Прикалываешься, что сейчас недавно, а? Все. Давай, пошли. Что-то забыл? Мимир, где Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. О, глаз. Ага, это глаз. Вставьте его мне в голову, для надежности. Будьте добры, побережней. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем и храним. Подожди, тут ты есть. Теперь мы сможем расшифровать руны Нифахи. И еще здесь руна пути. Отправимся куда-то? Вы можете читать надписи на языке мира Нильфхейм. Вы можете попасть в мир Нильфхейм из комнаты перехода. Ну ладно, круто. Ха!
ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст, цел? Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Подадим знак. Держись крепко. Что это? Ё-моё. Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет. Что-то не так. Вот и мне тоже так кажется. Что происходит? Все плохо! Странно, мне как-то снилось, что меня съели. Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Держись и постарайся не упасть. Лодка кренится, я... Держу. Привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! За нас? Да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось? Вон! Ой-ой-ой, поворотенько. Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть ты понимаете, сука. Хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. Что? Это его мама? О, нет, мама. Фрейли, я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства? Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту.
Я тысячу раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял, нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Сука. Так. Давайте тогда мы сейчас проверим наши, что вообще у нас тут есть такого. Что, видите, был? Давай. Уходи, пожалуйста. Нет, я достану до него. Прекрати сопротивляться. Ты сука. Твоей магией! Ненавижу тебя! Зачем вам обоим все это? Прочь с дороги! Нет! Послушайте меня оба! Я не трону вас, но вы должны прекратить! Так... Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Нет, Атрей! Ты ранен. Дыши, дыши. Нет, моя кровь. Что? Что происходит? Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Что ты говоришь? Значит, теперь мы сможем тебя прибить как последнюю тварь. Стал уязвим? Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдер ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит. Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вот!
сука. Отстань, ведьма. Я его должен прибить, потому что он, во-первых, тебя хочет убить, во-вторых, меня хочет убить. Я, конечно, понимаю, что это твой сын и все дела, но... Я чувствую! Чувствую! Хватит, а? Я хочу еще!
Хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже Фиацу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Что? Ты меня заебал, задолбал уже. Ooh!
Давай! Убей меня! Стой! Пожалуйста! Отец, он побежден. Не опасен. Чего-то я в этом сомневаюсь. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Ты ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь тебе в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь. Он отнял у меня все. Все отнял. Все отнял. Ты как животное. Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься. Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он? Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов.
Я убил многих злодеев. И многих невинных. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец? Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть. Легион. Ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрейя. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. Последний раз. Да. Нас ждет Йотунхейм. Что значит дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал небось. А почему Амела разбила чары? Магия Иванов сильна, но ее законы запутаны и туманны. Наверное, ведьмам они есть. Но как это все печально и трагично. Бальдер был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Фух, от этого сюжета у меня аж мурашки по коже. Сейчас, наверное, уже пройдем эту игру в этой серии. Посмотрим. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости. Ясно, что брак с Одином долго не просуществовал. Но... Ты чё грузишься-то? Как Фрейя оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость. Даже для Одина. Будто брак с ним не был карой. Фрейя обошлась с ним лучше, чем с Тодином. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фрейи, и она ушла. Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя.
Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. Знаешь что? Я попозже расскажу. Куда? Нам же наверх надо, Блин, я неправильно пошел. Так, подожди, надо посмотреть, что там вообще есть. Нам в любом случае надо наверх. Это я неправильно пошел. Что-то необычное. Все-таки правильно я пошел. Короче, что-то уже вообще ничего не понимаю. А, вот. Где еще проход тоже есть. Вот. Вот это правильная дверь. Согласитесь помочь. В принципе, уже нужды нету. Только зря время потратил. Если все пойдет как задумано. Давай, выбери Йотунхейм и отправимся. Вероятно.
Сын, голову. Готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Стой. Об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Чё? Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп, слушайте, на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет. А? Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов. Идем. Найдите самую высокую вершину. У меня на тебя большие планы. Клянусь Кратосом, что здесь происходит вообще такая вообще жизнь, красота. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын. Доверил. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Живой.
Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Один и Тор – разрушители всего. Я должен их чувствовать, но никого нет, все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Стой! Отец! Что-то происходит! Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Эх, с ума сойти. Смотри, это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончен. Давай, мы уже почти дошли, Кратос.
отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын. Больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз. Мама была из великанов. Я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Отложим до Рагнарёка. Прах матери всего. Вернитесь в храм Тюра. Так. Теперь ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. О, титры пошли. Она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Только это не настоящие. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал.
пойму, если ты решишь теперь возвращаться домой. Но может, мама отправила нас сюда, чтобы мы спасали других? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Без комментариев. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Исследуйте мир вместе с Атреем. Продолжайте исследовать мир. Выполняйте просьбы гномов. Освобождайте драконов. Путешествуйте в Мусфхейм и Нейфхейм, приносите в лавку новые предметы и создавайте снаряжение, которое позволит вам победить всех оскверненных валькирий. Местонахождение всех оскверненных валькирий отмечено на вашей карте. Выбрав пункт «Новая игра плюс», вы начнете новую игру с ранее полученными снаряжениями, рубленными серебром и купленными предметами. Этот режим можно выбрать в любое время в меню «Параметры». Вообще-то я хотел вернуться домой. Прежде чем вернемся в Мидгард, я должен предупредить. Там больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Знамение? Что приближается зима? Не просто зима, а великая зима, которая продлится 3 лета, а после нее начнется Рагнарёк. Рагнарёк? Из-за снега? Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному миру. Примерно так. Еще одно пророчество. Нет, брат. Пророчество говорит, что до этого не менее 100 зим. Ты что-то изменил. Пророчество не подумало о тебе. Знаю, тут стоит, конечно, и сейчас посмотрим, что будет, если мы вернемся в Мидгард. Вообще-то это наш дом, мы должны... Ты что, я им раз с ума сошел? Говорю тебе, это Фимбул Винтер. Я это жопой чувствую. Зима близко. Да давай, не надо так делать. А почему я не могу? Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно.
почему я не могу извинить этому минусу? Так делать, пожалуйста. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезво мыслить. Парни? Просто говорим о погоде. Недавно похолодало. Он хочет сказать, что грядет Фимбулвинтер. Самая распоследняя зима. Я это жопой чувствую. Да. Мы слышали. Так, что если идете домой, постарайтесь не останавливаться. И не уметь. А если не идете домой, то же самое. Вы что, издеваетесь? Можно как-то вернуться, собственно говоря, вот домой-то. Ладно, в общем, ребят. Один украл у Фрей воинственный дух? Да. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрея. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Ого, тут как будто целый город под водой. Да, парень, забытый город. Как назывался? Я забыл. Это ведь был дракон Бальдра, да? Да. И ты его убил, чтобы спасти меня? Настоящий подвиг. Можно причалить здесь. Ладно, ребят, в общем, давайте тогда на этом закончим. Приготовься! У нас оказывается еще один. Следи за ними! С ума сойти. Ладно, давайте напоследок сразимся с кем-то.
Ну, все, что остается в этой игре, это тут вот собирать эти, как их, собственно. Вот этих вот птичек этих. И все эти всякие бонусы собирать, которые мы не собрали. В течение этой, собственно, игры. Что могу сказать? Игра мне в плане сюжета просто безумно таки понравилась. Блин, фу ты. Нет, не бросай меня здесь! Я просто забыл. Игра мне очень таки так-то понравилась. Я могу вам сказать так. Именно как сюжетная игра, она очень крутая. Рекомендую всем поиграть, кто не играл. Но... В плане геймплея она, конечно, может быть простовата, да, согласен. Но вот в плане сюжета просто бомба. Реально просто бомба. Я вот что хочу вам сказать. Нет, конечно, может быть, были и лучшие игры в плане сюжета, но это одна из лучших. Я эту игру проходил 14 частей. Грубо говоря, да? У меня было 14 частей по этой игре. Будет точнее 14 частей по этой игре. Вот. И, собственно, что я хочу сказать. Давайте. Ребята, ждем Рагнарёк God of War. Ждем Рагнарёк. Надеемся, что он когда-нибудь тоже на компьютере выйдет. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь почему-то. Ну, посмотрим. Посмотрим, что разработчики нам там приготовили. Собственно. Так что давайте, ребят, всем спасибо, кто меня смотрел все это прохождение. Всем удачи, всем добра. И всем пока-пока-пока. Да хранит вас Кратос, как говорит. Что называется. Давайте. Всем пока. Башня поглотила камень единства. А я бы хотела еще полетать. Да, а надо же, какая жалость. И все-таки, как Один раньше нас узнал, что мы направляемся в Йотунхейм? Один очень умен, а считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего бога. Но главное — власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что не важно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав. Наконец-то мы дома! Кажется, прошла целая жизнь. Немного сквозит, но все лучше, чем когда у тебя кора в жопе.
пора отдохнуть. Буду спать до весны. Ладно, сойдет. Спи. Я уже. Рэй, ты готов? Да, но у меня был странный сон. Фимблвинтер заканчивалась. И к нам, прямо сюда, пришел Тор. Это просто сон. Странный сон. Он казался явью, казался будущим. Тогда мы подумаем об этом завтра. Сегодня у нас дела. Идем. Идем.